Сейчас мы продемонстрируем начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода лабрадор, возраст 7 месяцев, кличка Мартин. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда нажмите лакомство, и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Лакомство может служить сухой корм премиум класса, колбаска, сырок, то есть уже на что ваша собачка будет вестись. Хорошо, место. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Гуля. По команде гулять собака должна гулять. В это время можно поиграть щенком, заодно подготовиться к отработке команды ко мне. Команда ко мне – это сложная индивидуальная команда. На первом этапе отрабатывайте в уединенных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе эту команду подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде ко мне собака хорошо, должна ко подойти мне и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения. Хорошо. Поворотах, остановках, разворотах рядом. Подается команда рядом. Хорошо. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать поэтапно. Рядом. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем выдержку будем увеличивать. Сегодня мы будем усложнять упражнения для собаки, то есть делать круговые обходы вокруг собачки. Делаем круговой обход вокруг собаки. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем выдержку будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание команды хорошо. На первом этапе применяем три вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку команды хорошо. Подходим и хвалим собачку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, рядом. Дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Сильно прессинговать собаку не нужно. Собака взрослеет 2-3 годам. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку команды хорошо. Рядом. Хорошо. Лежа. Хорошо лежа. По команде лежать собака должна лежать. Со временем выдержку также будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние вечерние часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Усложняем упражнения для собаки, делаем круговой обход. Лежать. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, лежа. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Делаем круговой обход вокруг собаки, усложняем упражнение. Место. Отлично работает. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, хорошо. Дали лакомство. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Хорошо, пацан. Хорошо, пацан. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. После того, как провели дрессировку занятия, дайте собаке разгрузку. Для собаки хорошо. Самая любимая команда – это команда «Гуляй». Гуляй. По команде гулять. Гулять собака должна гулять. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство.
Едем? Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо, место. То есть это мы продемонстрируем начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода лабрадор, возраст 7 месяцев, кличка Мартин, свою работу окончил. Молодцы, ребята! Мартин красавец!